1 апреля 2006 года для Грачевской милиции является красным днем календаря. В этот день, 35 лет назад, состоялось первое суточное дежурство в Грачевском отделе внутренних дел. Штатная численность милиции в то время составляла 17 человек. Многое изменилось с тех пор. Было построено новое здание отдела. Количество личного состава увеличилось в несколько раз. Приглашенные ветераны не скрывали чувства гордости, ведь именно они стояли у истоков образования Грачевской милиции. Именно они принимали на службу тех, благодаря которым сегодня отдел внутренних дел добился высоких показателей и по праву считается одним из лучших подразделений Ставропольской милиции. Я милиции гимн посвящаю. Пой, струна моя, громче, смелей. Пусть торжественней сложится рифма. Принимай же парад, Кочубей. 200 лет, но сердца молодые днем и ночью готовы служить, чтобы право, закон, дисциплина могли вечно работать и жить. Я в российском строю экс-министров вижу доблестные имена. Рядом Плевер, Валуев, Голицын. Я равняюсь на их ордена. Здесь отвага и честь, и характер для меня бесконечный пример. Поднимаю всех выше я знамя Министерства внутренних дел. Нам Отечество мир завещало, и милиция свято хранит доброты и морали начало. Верю, в этом оно победит. Сегодня отдел внутренних дел Грачевского района отмечает свое 35-летие со дня образования. В этот день многие вспомнят своих друзей, которые выполнили свой долг по защите прав и свобод граждан. Молодые сотрудники еще раз осознают важность и необходимость нашей работы по поддержанию порядка и борьбы с преступностью. В этот день примите самые сердечные поздравления. Пусть в ваших домах будет уютно и тепло от любви и счастья. Пусть невзгоды обойдут вас стороной. Желаем вам успехов в деле обеспечения законности и правопорядка, обновления нашей славной и мудрой России. Вы служите чести, вы преданы долгу. Закон и порядок храните для нас. За мужество ваше, за честность и доблесть примите поклон. Очень верим мы в вас. Пусть будни суровые будут спокойней. И реже звучит пусть тревожный звонок. Удачи, терпения вам и здоровья, чтоб каждый день мирным, счастливым стать мог. Уважаемые друзья, на нашем празднике присутствуют заместитель начальника главного управления, начальник главного следственного управления при ГУВД Ставропольского края, генерал-майор юстиции Лубянко Алексей Васильевич, начальник управления ГИБДД ГУВД Ставропольского края, полковник милиции Булгаков Борис Федорович, заместитель начальника отдела Управление ГИБДД, бывший начальник отделения ГАИ Грачевского ОД, подполковник милиции Морин Владимир Васильевич. Глава администрации муниципального района Шамаев Вячеслав Михайлович. Глава Грачевского муниципального района Шалыгин Владимир Васильевич. Заместитель главы администрации муниципального района Чернова Марина Николаевна. Начальник отдела образования Немчинов Александр Сергеевич.
Любой праздник – это событие, а любое событие требует торжественных поздравлений. Слово для поздравления предоставляется начальнику Грачевского ОВД, полковнику милиции Черкашину Сергею Александровичу. Дорогие товарищи, сегодня 35 лет отдела внутренних дел Грачевского района. Я рад приветствовать в этом зале всех приглашенных, руководителей главка, руководителей администрации района, муниципальных образований. Я рад приветствовать в этом зале ветеранов отдела внутренних дел. Мы постоянно чувствуем внимание и руководства главка, и администрации района. И вот сегодняшним на нашем построении мы постарались показать нашим ветеранам, нашим приглашенным о том, что отдел живой, в этом отделе есть люди, есть техника, и мы готовы выполнять задачи, которые стоят перед нами. Сегодня это праздник. Праздник для всех нас, присутствующих здесь. От души поздравляю вас. Здоровья, счастья, успехов в работе всем. Слово для поздравления предоставляется заместителю начальника главного управления, начальнику главного следственного управления ГУВД Ставропольского края, генерал-майору юстиции Лубянко Алексею Васильевичу и начальнику УГИБДД, полковнику милиции Булгакову Борису Федоровичу. Уважаемый Сергей Александрович, уважаемые коллеги, от имени коллегии Совета ветеранов и всего личного состава Главного управления внутренних дел Ставропольского края поздравляю всех вас с праздником 35-летием со дня образования отдела внутренних дел Грачевского района. В этот торжественный день примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником. Пожелания здоровья, благополучия, счастья вам, вашим семьям, дальнейших успехов в служении народу России. С уважением, Еремченко. Грачевский отдел внутренних дел я знаю тоже уже не один десяток лет. Еще и Морозов Иван Кузьмич работал, я тут следователем работал, помогал когда-то. Ну и на протяжении всего этого времени поддерживаю отношения с этим коллективом, очень интересным, серьезным коллективом. Я вот ехал сюда по пути и вспоминал, какие вот крупнейшие, потому что всего, конечно, я и знать не могу, но крупнейшие какие задержания, раскрытия преступлений. Как говорится, какие достойные вообще дела были за милицией Грачевского отдела внутренних дел. И вспоминаю большие задержания и раскрытие преступлений, бандитские, и со спиртом в крае столько не задерживали, это, наверное, ГАИ так работало тут. Вот, просто врезалось в память. Много-много таких добрых, хороших дел сделано вашим коллективом. Огромное вам спасибо. От себя лично, уважаемые товарищи, у меня одно традиционное поздравление к людям, которым я хочу пожелать чего-то хорошего и доброго. Это желание у меня такое, чтобы каждый Божий день вы жили в состоянии веры, надежды и любви. Всего вам хорошего и доброго. Я хочу пожелать всем здоровья, удачи, побольше выходных ветеранам. Только здоровья, потому что внимание, то, что сказал Сергей Александрович, вам уделяется, и чтобы вы как можно больше могли помогать молодым сотрудникам. Счастья вам, удачи. И вот съехали мы сюда с генералом и порешили. Да, оказывается, тут автомобиль. Без очков не вижу. Море, какой автомобиль? Решите вручу начальнику ГАИ, чтобы знали, что это машина для ГАИ. Приказом начальника ГУВД Ставропольского края от 3 февраля 2006 года номер 44 подполковник милиции Кузюрин Василий Борисович
признан лучшим наставником органов внутренних дел Ставропольского края. Приказ начальника главного управления от 4 апреля 2006 года, номер 303 по личному составу, о поощрении сотрудников ОВД Грачевского района за добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство, а также в связи с празднованием 35-летия со дня создания отдела внутренних дел Грачевского района наградить нагрудным знаком лучший сотрудник криминальной милиции, подполковника милиции Дульцева Андрея Николаевича, начальника отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Грачевского района. Майора милиции Зинченко Сергея Ивановича, заместителя начальника отделения уголовного розыска. Наградить нагрудным знаком лучший следователь капитана юстиции Чедалова Андрея Владимировича, старшего следователя следственного отделения при отделе внутренних дел Грачевского района. Наградить нагрудным знаком за верность долгу подполковника милиции Нефедова Владимира Ивановича, помощника начальника отдела оперативного дежурного дежурной части отдела внутренних дел Грачевского района. Несет службу, получает награду начальник. Не уходите, Олег Николаевич. Майора милиции Ледовского Олега Николаевича, начальника дежурной части отдела внутренних дел Грачевского района. Капитана милиции Новикову Ирину Ивановну, старшего инспектора по учетно-регистрационной и статистической работе группы информационного обеспечения. Наградить нагрудным знаком отличник милиции прапорщика милиции Москвитина Николая Владимировича, милиционера-водителя группы охраны обеспечения и обслуживания. Старшину милиции Шубаркина Сергея Николаевича. Уважаемый Алексей Васильевич, я попрошу вас остаться на сцене. Я просто хочу сообщить присутствующим сегодня в зале сотрудникам отдела внутренних дел, ветеранам, приглашенным. 4 апреля этого года Алексею Васильевичу исполнилось 60 лет. Вчера Алексей Васильевич вместе со всеми следователями ГУВД Ставропольского края отмечал 43-ю годовщину службы следственных подразделений в составе МВД России. И поэтому, Алексей Васильевич, разрешите от имени коллектива Грачевского РОВД поздравить вас с прошедшими праздниками и вручить наш скромный подарок. Слово для поздравления предоставляется главе администрации Грачевского муниципального района Шамаеву Вячеславу Михайловичу. Сегодня действительно праздник не только у сотрудников правоохранительных органов Грачевского района. Сегодня праздник у всех жителей Грачевского района. Потому что ваша служба, служба сотрудников правоохранительных органов, это забота о наших жителях, это в первую очередь безопасность наших жителей. Я хотел бы вам пожелать, чтобы семья ваша всегда с радостью и гордостью провожала вас на работу. И самое главное, чтобы вы с радостью и гордостью за выполненное дело возвращались домой. Счастья, здоровья вам и хорошей работы правоохранительных органов. Ну и, как говорится, праздник не бывает без подарков.
администрация Грачевского муниципального района дарит компьютер отделу по работе по делам несовершеннолетних. Мы хотим, чтобы наше подрастающее поколение и работали с ним уже на самых высших, лучших технологиях. Поздравляем! Слово для поздравления предоставляется главе Грачевского муниципального района Шалыгину Владимиру Васильевичу и главам муниципальных образований Грачевского района. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра. Пусть вашу жизнь украшает удачи, радость, смех, любовь, родных и близких, тепло и друзей. Глава Грачевского муниципального района, совет депутатов Грачевского муниципального района. Ну а теперь, как глава Спицевского муниципального образования, хочу сегодня поздравить своего участкового Шатравина Сергея Геннадия Николаевича с профессиональным праздником. Он очень долго тоже уже работает в милиции, бессменно на Спицевской земле, тоже очень много уже времени отработал. Поэтому тоже хотелось бы от администрации Спицевского сельского совета и совета депутатов муниципального образования Спицевского сельского совета поздравить и вручить ему благодарственное письмо. Пожалуйста. Уважаемые друзья, начнем мы все-таки еще с одной грамоты краевого уровня. Почетной грамотой Главного управления внутренних дел Ставропольского края награждается отделение дознания ОВД Грачевского района, занявшее призовое место по итогам коллективного соревнования за звание «Лучшее подразделение дознания ГУВД Ставропольского края». Наградить почетной грамотой капитана милиции Скрипкина Анатолия Анатольевича, помощника начальника отдела оперативного дежурства. Капитана милиции Медведева Александра Владимировича, старшего инженера по оперативной связи, специальной техники и автоматизации. Капитана юстиции Селюкова Алексея Николаевича, заместителя начальника следственного отделения. У нас проводился смотр-конкурс детского творчества. Жюри подвело итоги и наградить в размере 500 рублей Тарасенко Викторию, занявшую первое место в своей возрастной группе. Чадалова Артема, также занявшего первое место в своей возрастной группе. Сегодняшние оценки, которые давали главы муниципальных районов, я считаю, что это большая заслуга личного состава, руководителя Сергея Александровича и начальников подразделений, которые работают в Грачевском отделе. Очень приятно слышать, очень приятно бывать в этой семье, которой самые лучшие молодые годы именно отданы здесь, на территории Грачевского района. Поэтому мне, конечно, много можно было здесь сказать, но время ограниченное, хочется от себя лично и от ветеранов всех нашего отдела всех сердечно поздравить, сотрудников, приглашенных, пожелать всем счастья и здоровья. Поздравляю вас с серьезным юбилеем. Желаю здоровья, терпения в это трудное время. Все самое хорошее. К сожалению, по состоянию здоровья генерал-майор милиции Гусаков Виктор Федорович не присутствует на нашем празднике. Он прислал поздравительное письмо.
Уважаемый Сергей Александрович, сотрудники отдела внутренних дел Грачевского района, дорогие мои ветераны, в день 35-летия образования родной для нас с вами Грачевской милиции примите искренние и сердечные поздравления с юбилеем. Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, большого человеческого счастья, семейного благополучия и удачи во всех ваших начинаниях. Обращаясь к действующему составу отдела внутренних дел, хочу призвать с честью и достоинством нести нелегкую службу по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан. Вы должны быть надежными защитниками земляков от преступных посягательств, продолжателями славных традиций Грачевской милиции, смело и решительно вступать в непримиримую борьбу с преступностью. Ветераны органов внутренних дел должны быть надежными помощниками руководства отдела в вопросах воспитания и обучения молодого поколения. Именно Виктор Федорович стоял у истоков образования нашего отдела, создавал коллектив, ставший впоследствии высокопрофессиональным ядром Грачевской милиции. Большую помощь оказывала сотрудникам милиции населения района. Вот в таких условиях, с одной стороны, напряженная работа милиции, а с другой, бескорыстная помощь жителей района, проходила становление Грачевского ОВД. Вместе с начальником ОВД в проведении организационных мероприятий участвовали участковый инспектор милиции Самойлов Виктор Петрович и инспектор дорожного надзора Чегринец Виктор Витальевич. К сожалению, они оба не дожили до сегодняшнего дня. От рук преступника 9 мая 1976 года был смертельно ранен сержант милиции Виктор Литвиненко. Решением коллегии Управления внутренних дел Ставропольского края мужественный милиционер навечно зачислен в списке личного состава Грачевского ОВД. Его именем названа улица в селе Кугульта. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 октября 1976 года сержант милиции Литвиненко Виктор Владимирович награжден орденом Красной Звезды посмертно. Какое же это страшное слово? Посмертно. Оно означает, что еще совсем недавно тот, о ком идет речь, был жив и здоров, находился рядом с нами, думал, мечтал, любил. И вдруг оборвалось все сразу, неожиданно и трагично. Нет больше человека. Скажете, неверно, они кричат, пока еще стучат сердца живых и осязают нервы. Они кричат и будят нас, живых, невидимых. Чуткими руками. Они хотят, чтоб памятником им была земля с пятью материками. Великая, она летит во мгле ракетной
уменьшена. Жила я вся. И ходит по земле. Босая. Объявляется минута молчания. В 1974 году на должность начальника Грачевского ОВД заступил капитан милиции Иван Кузьмич Морозов. Началось строительство нового административного здания ОВД. Через 4 года Грачевский ОВД отпраздновал новоселье в новом двухэтажном здании. Затем были построены спортивный зал, гаражи, тир. И в 1982 году здание района приобрело ныне существующий вид. О вкладе каждого руководителя Грачевского ОВД можно говорить долго, пожалуй, не хватит и суток. Сегодня нам хотелось бы видеть, но, к сожалению, нет, третьего начальника райотдела Уварова Петра Дмитриевича. Именно с его легкой руки отдел начал расти численно, появились ряд новых служб. В трудное время дал согласие руководить отделом подполковник милиции Пеленьков Николай Иванович. Именно на этот период приходится всплеск преступности как в целом по стране, так и по району. Втрое увеличилась штатная численность отдела. Много сил, энергии отдавал службе в должности начальника отдела подполковник милиции Василий Григорьевич Харченко. Благодаря его настойчивости появились первые ростки компьютеризации оперативно-служебной деятельности. Сегодняшний состав отдела внутренних дел во главе с полковником милиции Черкашиным Сергеем Александровичем достойно продолжает традиции старших поколений. В течение последних лет отдел внутренних дел Грачевского района по итогам оперативно-служебной деятельности занимает одно из ведущих мест среди органов внутренних дел ГУВД Ставропольского края. Уважаемые начальники Грачевского ОВД, позвольте выразить вам слова признательности и благодарности за ваш вклад в организацию общественного порядка нашего района. Здоровья вам, счастья и крепких-крепких дружеских отношений со всеми нами. Для вас поет Дарина Падалка, дочь инспектора по обеспечению отдела. Песня «Стеклышки цветные». Встречайте Дарину.
уважаемые сотрудники, для вас танец в исполнении танцевальной группы «Серпантин» Центра досуга села Грачевки. Балетмейстер Наталья Донская. Богатым служебным опытом с молодыми милиционерами. Ветеранам милиции посвящается. Стихотворение читает лейтенант милиции Светлана Муркачева. Ветераны милиции, вы навеки в строю. Ваши добрые лица здесь всегда узнаю. Сколько в жизни спасли вы, потеряли вы счет. В форме вы горделивы, и она вам идет. Вы и в штатском красивы, ордена на груди. Вы надежны, пытливы и всегда впереди. В милицейских шинелях ваши деды, отцы, мало песен вам пели, офицеры, бойцы. Золотою страницей стали ваши дела, а душа вся искрится, жизнь как песня была. Ваши мудрые лица мы всегда узнаем. Ветераны милиции, мы вам честь отдаем. Разрешите пригласить на сцену полковника милиции Морозова Ивана Кузьмича.
подполковника милиции Уварова Николая Ивановича. Подполковника милиции Беленкова Николая Ивановича. Подполковника милиции Боровлева Алексея Ивановича, первого заместителя начальника Грачевского РУВД, ставшего впоследствии начальником Труновской милиции. Подполковника милиции Жабина Константина Петровича, заместителя начальника Грачевского ОВД, с 1984 по 1992 годы, а до этого долгие годы служившего в подразделениях уголовного розыска края. Майора милиции Азарова Николая Григорьевича, участкового инспектора милиции, следователя, дознавателя. Майора милиции Афанасьева Василия Владимировича, прошедшего путь от рядового до майора, начавшего службу в должности инспектора дорожного надзора и закончившего в должности помощника начальника отдела по тылу. Подполковника милиции Асланукова Азрета Адамовича, более 10 лет отдавшего службе уголовного розыска. Майора милиции Гаркова Александра Александровича, начальника отделения участковых уполномоченных милиции. Майора милиции Боброва Ивана Владимировича, в течение 5 лет единственного ОВД дознавателя. Майора юстиции, уважаемые ветераны, но мы просим вас подниматься на сцену. Майора милиции Буркова Сергея Семеновича, долгие годы служившего в подразделении предварительного следствия нашего отдела. Капитана милиции Белогрудова Ивана Григорьевича, первого помощника начальника отдела по тылу. Господа ветераны, мы ждем вас на сцене, пожалуйста. Майора милиции Барнаша Александра Ивановича, командира взвода дорожно-патрульной службы. Майора милиции Годяцкого Григория Ивановича, 15 лет руководившего кадровой работой ОВД. Сегодня Геннадий Иванович руководит Советом ветеранов. Старшего лейтенанта Гиссова Александра Алексеевича, инспектора по пропаганде отделения ГИБДД. Прапорщика милиции Аклеева Александра Петровича. Воина-интернационалиста, милиционера-водителя отдела. Подполковника милиции Литвинова Николая Алексеевича, в течение 21 года руководившего отделением вневедомственной охраны. Майора милиции Плужникова Дмитрия Артемовича, бессменного участкового инспектора милиции села Сергиевска. Капитана милиции Писаренко Ивана Александровича, инспектора административной практики ГАИ. Майора милиции Полтавского Юрия Александровича, старшего участкового уполномоченного милиции. Прапорщика милиции Пуляева Анатолия Георгиевича, милиционера изолятора временного содержания. Нину Михайловну, бывшего сотрудника отделения вневедомственной охраны. Мы уже отыграли. Уважаемые ветераны Грачевского ОВД, для вас поет Игорь Еремин, песня «Офицеры».
господа офицеры, по натянутым нервам и аккордам веры эту песню пою. Тем, кто бросил карьеру, живота не жалея, свою грудь подставляя за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане, свою честь не изгадил, кто карьеры не делал от солдатских кровей, я пою офицерам, матерей пожалевших, возвратил им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон стучать сердца. Господа офицеры, как сберечь вашу веру на разрытых могилах, ваши души хрипят. Что ж вы, братцы, наделали, не смогли уберечь их, и теперь они вечно в глаза нам глядят. Ночью ходят ребята, растворяя в закатах, позвала их Россия, как бывало не раз. Так куда ж вы уходите? Может, прямо на небо? И откуда на сверху прощаете нас? Так куда ж вы? Может, прямо на небо, и откуда-то сверху прощаете нас. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон стучать сердца. До конца. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет, заставляя в унисон стучать сердца. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Сердца.
дело сыска. Этой миссии подчинили свою жизнь сотрудники уголовного розыска. Они чаще других подвергают свою жизнь опасности, находясь на переднем крае борьбы с преступностью. На протяжении 12 последних лет подразделением уголовного розыска руководит Андрей Николаевич Дульцев. Высокий профессионализм, чувство ответственности присущи сегодняшним операм. Майорам милиции Зинченко Сергею Ивановичу, Киджиеву Александру Анатольевичу, капитанам милиции Владимиру Ключникову и Дмитрию Доманову, старшим лейтенантам милиции Александру Набокову, Денису Несанову, лейтенанту милиции Евгению Дерябину. Добросовестно несет службу и единственная женщина в подразделении, старший лейтенант милиции Людмила Бочарова. Не пропустить проникновение криминала в экономику, пресечь коррупцию и должностные правонарушения – вот главные задачи подразделения по борьбе с экономическими преступлениями. Руководство отдела вправе надеется на то, что руководитель группы старший лейтенант милиции Сергей Лозовой и его коллеги Андрей Слюсарев и Александр Кулькин готовы поставить надежный заслон дальнейшей криминализации экономики района. Стабильно высокие показатели оперативно-служебной деятельности подразделения криминальной милиции – это плод кропотливой и вдумчивой работы первого заместителя начальника Кузюрина Василия Борисовича. Уважаемые сотрудники криминальной милиции, примите искренние и сердечные поздравления с юбилеем отдела. И в подарок испанский танец в исполнении танцевальной группы Грачевского ОВД. Соотечественники просыпаются в торжественный день с праздничным настроением,
у нас начинаются тяжелые будни. Нам трудно собраться всем за праздничным столом, потому что кто-то обязательно на посту. В этот праздничный день примите искренние поздравления и пожелания. И именно этот музыкальный подарок для тех, кто сейчас несет службу. Для вас поет Елена Сарапи, дочь заместителя начальника отдела, песня «Младший лейтенант». Встречайте! Что-то не танцует, что-то не танцует он. Младший лейтенант, с улыбкой странной, запросто мог стать звездой экрана. Только две звезды упали на его погон. Младший лейтенант, мальчик молодой, все хотят потанцевать с тобой. Если бы ты знал женскую тоску по сильному плечу. Младший лейтенант, впереди сердца, безымянный палец без кольца. Только я твоей любви ни капли не хочу. Важностью своей меня не мучи. Выйди, потанцуй, но будто бы не слышит он. Ты не генерал, слава Богу, 20 лет спустя ты понемногу станешь понимать, что молодость важнее погон. Общеизвестно желание человека уйти от ответственности за совершенное правонарушение преступления. Привлечь к ответственности виновного, соблюдая нормы действующего законодательства, краеугольный камень работы следственного отделения. Много сил для создания высокопрофессионального коллектива отдал подполковник юстиции Величко Юрий Владимирович, ныне сотрудник Главного следственного управления при ГУВД Ставропольского края. С февраля 2004 года возглавляет следственное отделение подполковник юстиции Тангян Игорь Аванесович. Требовательность, высокий профессионализм – эти черты руководителя стали визитной карточкой следственного отделения.
Высоких показателей в оперативно-служебной деятельности добиваются. Заместитель начальника следственного отделения капитан юстиции Серюков Алексей Николаевич. Старший следователь капитан юстиции Чедалов Андрей Владимирович. Следователь капитан милиции Аксенова Оксана Владимировна. Сегодня у вас двойной праздник. День рождения отдела и день образования службы. Примите искренние и сердечные пожелания. Для вас танец в исполнении народного коллектива «Искатели приключений». Парня, и беда, не беда.
Подобно театру, который начинается с вешалки, отдел внутренних дел начинается, конечно же, с дежурной части. Это мозговой центр в руководстве силами и средствами, связующее звено между руководством и личным составом, от четкости действий которого во многом зависит конечный результат нашей правозащитной деятельности. Более трети зарегистрированных преступлений были раскрыты по горячим следам. Это заслуга начальника дежурной части майора милиции Ледовского Олега Николаевича, оперативных дежурных, подполковника милиции Нефедова Владимира Ивановича, капитанов милиции Анатолия Скрипкина, Виталия Уварова, старшего лейтенанта милиции Дмитрия Чернышова и их помощников Юрия Доронкина, Игоря Завалишина, Сергея Лаптева и Алексея Платких. Уважаемые коллеги, вас поздравляет с праздником ветеран органа внутренних дел Геннадий Михайлович Чернышов. Он прочтет свое стихотворение «Уходит жизнь». Уходит жизнь, ты этому не верь, она, как океан, не убывает. Однажды слава постучится в дверь, любовь вернется, это все бывает. Но никогда, ты слышишь, никогда, свершив свои законные маршруты, назад не возвращаются года, назад не возвращаются минуты. Что, если б их ты прожил, как скупец, таил свой клад, считал себя богатым, таил, таил, таил и, наконец, стал стариком беззубым и горбатым. А годы все катились под уклон, и нет друзей, и все однообразно, и в день твоих унылых похорон, наверное, будет холодно и грязно. А может, жил иначе жизнь свою, и скопидомства не было в помине, всегда стоять боялся на краю, а был поближе где-то к середине, тебе мигнут, и ты уж тут как тут, угодливо поплачешь, посмеешься. Цветок и тот бессмертником зовут. Ты, человек, зачем так низко гнешься? Прожить свой век бывает нелегко. Но не ищи себе путей окружных. Живи открыто, вольно, широко. Люби людей светло и прямодушно. Не трать напрасно дорогих минут. Когда ж из мира ты уйдешь земного, то пусть тебя потомки помянут красивой песней или добрым словом. Защита законных прав и интересов участников дорожного движения, жизни и здоровья граждан от последствий дорожно-транспортных происшествий – основные задачи деятельности сотрудников ГИБДД. С уверенностью можно сказать, что руководимые майором милиции Семеновым Александром Михайловичем сотрудники отделения с данными задачами справляются отлично. Сегодня Александр Михайлович отмечает свой день рождения. Разрешите пригласить его на сцену. Уважаемый Александр Михайлович, от имени всего личного состава примите искренние и сердечные поздравления с днем вашего рождения. Здоровья вам, семейного благополучия и успехов в вашей службе, нашей великой родине, России. Подарок, цветы. Спасибо, Александр Михайлович. Уважаемые сотрудники отделения ГИБДД, для вас песню Игоря Еремина ребята из службы ГАИ исполняет Стас Буляев, сын ветерана Грачевской милиции. Oh,
дорога, военные те времена. Ты помнишь, дорога, героев своих имена. Никогда не в пургу, ни в новый, ни в холодный дождь проливной не оставят посты свои ребята из службы ГАИ. Не оставят посты свои ребята из службы ГАИ. Машины, машины, машинки лица бежали. На этих мужчинах нелегкая служба лежит. Опять нарушение, погоня и сжат тормоза. Порядок движения, его нарушать нельзя. Никогда не в пургу, не в снове, не в холодный дождь проливной не оставят посты свои ребята из службы ГАИ. Не оставят посты свои ребята из службы ГАИ. Веселье поддержим, поддержим Залинска. Всех с праздником, дорогие друзья! Ваша связана с ней. Сегодня, ребята, день праздничный ваш юбилей. Награды и звания за этот нелегкий ваш труд. Всех благ пожелаем всем вам и всем тем, кто вас ждут. И когда не в пургу, ни в зной, ни в холодный дождь проливной не оставят посты свои ребята из службы ГАИ. Не оставят посты свои ребята из службы ГАИ. Никогда не в пургу, ни в зной, ни в холодный дождь проливной не оставят посты свои ребята без службы ГАИ. Не оставят посты свои ребята без службы ГАИ. Отдел внутренних дел в одном лице — это выражение как нельзя точно сформулировала спектр задач участкового уполномоченного милиции. И самое главное, от результатов их работы во многом зависит состояние общественного мнения о всей милиции в целом. Уважаемые коллеги, с праздником вас! Примите в подарок песню Игоря Еремина «Милицейская танго» в исполнении инспектора группы по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка Елены Клочко. Твою службу, пожалуй, ни с чьей. Ты на помощь идешь по первому слову. На сцену, на сцену. Не жалея нисколько ни жизни, ни сил. Это танго поют
эти участковы. И хочу, чтоб любимую ты пригласил. Милицейская танго сегодня звучит. Это сладкое танго немного горчит. Там мгновенье забудем все, что можно забыть. Будем и не будем сегодня грустить. Жизнь зла и добра ты увидел немало. Этот вечный, неоконченный бой. И жена тебя ждать каждый вечер устала. И у Бога просить, чтоб вернулся домой. Может, все, что сказала я в песне немного. Может, кто-то не понял эти строчки мои. Я тебе участковый. Я желаю тебе и добра, и любви. Я желаю всем вам и добра, и любви. Милицейское танго сегодня звучит. Это сладкое танго немного. Что можно забыть, улыбнись и не будем мы сегодня грустить. Давайте поаплодируем нашим участковым. С праздником вас, ребята! Отдельные аплодисменты Донской Наталье Николаевне, нашему хореографу. И не надо грустить. Спасибо. С 1997 года штаб отдела возглавляет полковник милиции Малахов Николай Николаевич. Кадровый боевой офицер. Он уверенно руководит веренными ему коллективом. Хотелось бы отметить кропотливую и вдумчивую работу старших инспекторов, капитанов милиции Александра Тарасенко и Ирины Новиковой. Подбор и расстановка кадров, воспитание личного состава, формирование необходимых нравственных установок на верность служебному долгу, присяге, кодексу рядового и начальствующего состава – основные направления деятельности отделения кадров. Уважаемые сотрудники штаба и кадров, для вас нестареющее танго в исполнении танцевальной группы сотрудников отдела. Аплодисменты!
задачи стоят перед сотрудниками изолятора временного содержания, руководимого старшим лейтенантом милиции Баражутдином Залимхановым. Практически все милиционеры отдельного взвода ППС и охранно-конвойной службы достойно выполняли служебно-боевые задачи по обеспечению конституционного порядка в Чеченской Республике. Несли службу по охране административной границы в Курском районе. Для вас поет Стас Пуляев. Песня «Ровись». Ровесник мой, ты с нею на свидание. Прильнул губами к пламенным щекам. А знаешь ли ты, друг, о чем мечтают парни, идущие ночами по горам? А знаешь ли ты, друг, о чем мечтают парни, идущие ночами по горам? Ты на свидании счастлив бесконечно, читаешь ей стихи про снегопад. А знаешь ли ты, друг, какие бывает нежны весь иние покрытый автомат? А знаешь ли ты, друг, какие бывает нежны весь иние покрытый автомат? Ты видел там далекие планеты, там видно, люди счастливо живут. А видел ли ты, друг, как синие береты за вас сегодня жизни отдают? А видел ли ты, друг, как синие береты за вас сегодня жизни отдают? Вспомни, друг, своей компании шумной, того, кого сегодня с нами нет. И помолчи о тех, кто мечтает ночью лунной и утро увидеть солнце свет. И помолчи о тех, кто мечтает ночью лунной еще год раз увидеть солнце свет. К чему приводит отсутствие должного государственного подхода к образованию и воспитанию детей, мы все знаем не понаслышке. Это возрастание уровня детской преступности, большое количество детских слез и разочарований, а как итог – общество без будущего. Работая с детьми по предупреждению правонарушений несовершеннолетними, занимается отделение, возглавляемое майором милиции Строгановой Светланой Васильевной. Лейтенанты милиции Аркадий Тахоц и Ольга Гритнева заслуживают самых добрых слов за добросовестное исполнение своих обязанностей. Абсолютно самую молодую службу по сроку создания представляет отделение по борьбе с правонарушениями на потребительском рынке, возглавляет которое старший лейтенант милиции Алексей Башкатов. Совместно с инспекторами, лейтенантом милиции Андреем и Пономаревым и Оксаной Скрипкиной, они успешно выполняли поставленные перед службой задачи. На сцене сотрудники бухгалтерии Грачевского ОВД с частушками о наших службах. Служба тыла, да чего ты хороша, чистим, блестим и считаем, вытворяем чудеса. Не с горечки наверху тылом называется, только многие у нас слезают.
тылу комиссаров наш любимый. Он для нас отец и мать, лучше шефа не сыскать. А! Персонаж Рома Падалкал у нас, всем работу он найдет, ни на шаг не отойдет. Открывается гараж, выезжает экипаж, медсестра и путевой, все прихвачено с собой. Он вперед, отчего же видим редко, как в частушке он поет. Приглашал, сам заснул, мы просидели, ну какой же был скандал. В службе кадров при проверке все пылает и горит, а кому какое дело, как в гареме замполит. Девчата в службе тыла хороши, потому что в праздник могут веселиться от души. Мы частушки вам пропели, думаю, и понравились. Вы похлопайте сильнее, чтобы мы прославились. Сегодня отделение дознания – самостоятельная служба, занимающая расследованием уголовных дел по линии милиции общественной безопасности. По итогам 2005 года подразделение нашего ОВД стало лучшим ГУВД Ставропольского края. В этом несомненная заслуга начальника отделения дознания подполковника милиции Юрия Алексеевича Ворсина, который 16 апреля отметит 25-летие службы в Грачевском ОВД, а также Инны Соловьевой, которая сегодня отмечает свой день рождения. Уважаемый Юрий Алексеевич, 25 лет – это не просто срок. Это четверть века службы по обеспечению безопасности граждан Грачевского района. Это всего на 10 лет меньше, чем нашему отделу. Примите искренние сердечные поздравления с предстоящим юбилеем службы в Грачевском ОВД. И примите от нас подарок. Инна Александровна, ваша служба в органах внутренних дел только начинается. И пусть продолжится многие годы, как у вашего руководителя. Счастья, благополучия, добра и мира примите от сотрудников на скромный подарок. За все годы существования отделения внедорожной охраны добросовестно несут службу по охране объектов физических и юридических лиц сотрудники подразделения Евгений Гордеев, Василий Пономарев и многие другие. В этот праздничный день примите в подарок поздравления от Народного домашнего театра студии «Оптимисты». Руководитель, режиссер, постановщик и актер Михаил Данилович Литвинов. Участвует семья ветерана ОВД Смагина Петра Михайловича и Подзолка Михаила. Верьте, аль не верьте, жил-был Федорович.
стрелец, удалой молодец, красавец, не урод, не румян, не бледен, не богат, не беден, ни в парше, ни в парче, а так вообще. Служба у Федота, рыбалка да охота. Как-то раз дают ему приказ чуть свет поутру явиться ко двору. Царь на вид сморчок, башка с кулачок, и нянька под руку ведет, а злобности вьем огромадный объем. Смотрит на Федьку, как язвенник на редьку. На Федьке от страха намокла рубаха, в висках застучала, в пузе заурчала. Тут, как говорится, из сказки начало. Ушел Федот в заморский поход. Узнал об этом генерал, последний ум потерял. Бежит наш хитрец к царю во дворец доложить, что стрельцу конец. Уж и дырку для ордена просверлил толстомордина. Докладай мне все как есть, лучше горькая, но правда, чем приятная, но лесть. Только если эта весть будет снова не бокрет, ты даем такую правду лет на 10 можешь сесть. Да, докладаю, чуть заря, Федька поднял якоря. Слава Богу, отвязались от его, от укуля. И поезжай он поразит по морям и ягодит. Нам с тобою, Янку Харю, больше видеть не грозит. Молодец! Ну-ка, Янка! Отсюда! Принимайся за труды! Руби из темечка волосья! Ну, давай, те, которые седы! Поняла? А какие не седы, те расчетывай в ряды! Да коллектор грабежков-то у меня там не забыт. Что ж чесать-то, старый черт? Да! Кто-то лысину печет. У тебя ж тут каждый волос надо ставить на учет. И на кой тебе нужна в ентом возрасте жена? Ведь тебе же, как мужчине, извиняюсь, грубь цена. Хоть ловолость я лишу, а жениться я должен. Шах Персидский тоже лысый, а имеет 40 жен. Я всего ж хочу одну. Завести себе жену. Ну не что я в интимном смысле и одну не потяну.
покорят, любовь покорны. Все буквально возрастал. Так что, нянька, хочешь, не хочешь, но и я надела очку. Все любви покорны. Так и мой покорен тоже. Ты, дружок, из тех мужей, что безвреднее ушей. Да. Я гостя, а не кусает. Не сказать, и шок ушей. Чтоб чужую бабу скрасть, но надо пыл иметь и страсть. А твоя сейчас задача на кладбище не попасть. Да ты кого поешь? Да не дай-ка мне прячешь. А не видишь, как палаю благодарственный принцесс. Я никогда к меня в голову, а меня еще в голову. Я у нас поворотил, благодаря поврыну. Да! Так, ведь доме до суды. Промышлен, ты да куды? Вот так! Но те они такие! Тебе не сумлевай! Ты любовник, батьку, гордый кровь, гордый так, со спины, так чисто и так. Только сдвинь голову на бок, чтоб не висла на ушах. Да? Вот министр мне не враг. Да-да, все сказал, без всяких враг. А ведь он мужик не глупый. Не гляди, что он дурак. От тебя на один бедлам скрыть царю конфуз послам. Я давно интересуюсь, не заслана ли к нам. Ты мне, нянька, не вреди, осмелишься, гляди. Разговор у нас с тобою в спальне будет впереди. Хоть пошло. Генерал, бегай руку мне, веди в опочивальню к ней. Ну же! Материально-техническое и финансовое обеспечение оперативно-служебной деятельности – общая задача подразделения тыла. Кроме того, они несут нам уют и настроение. Работа с людьми, сопряженная с оформлением документов, таких как гражданство, прописка, регистрация, замена и выдача паспортов, требует особого умения найти общий язык, способности дипломата и чиновника одновременно. Как ни странно, на этом фронте практически чисто женский коллектив, руководимый майором внутренней службы Веселкиной Татьяной Ивановной. Слова благодарности за добросовестную службу выражаем сотрудникам малочисленных служб отдела. Инспектору-руководителю группы делопроизводства и режима, капитану милиции Татьяне Михайловне Антонюк, инспектору-служащему Ольге Полукаровой, юрисконсульту отдела, старшему лейтенанту милиции Ирине Костроминой, старшему инспектору по лицензионно-разрешительной работе майору милиции Юрию Петровичу Никитину, а также сотрудникам экспертно-криминалистического центра ГУВД Ставропольского края, подполковнику милиции Строганову Григорию Геннадьевичу и лейтенанту милиции Алексею Боженкову. Уважаемые коллеги, для вас выступает танцевальная группа отдела внутренних дел. Вальс! Thank you.
ректор не смог. Как это сделать?